Приветствую всех на канале GameOne, и перед началом ролика хочу вас попросить подписаться на канал, чтобы я наконец-то добил 10к подписчиков, и мне YouTube открыл новую функцию сюжет, и я мог публиковать истории и звать людей на какие-то сервера для того, чтобы устроить мероприятия, либо какие-то веселые ивенты. Ну, думаю, какие-нибудь побегушки с большим количеством народа мы придумаем, так что, ребят, кому не сложно, подпишитесь на канал. Решил я построить ловушку в самом активном месте, но здесь везде застроены домами, и я решил здесь выбить шкаф, потому что больше нигде нету, а здесь типа легко смогу выбить. К тому же фундамент почти сгнил, сейчас пару минут здесь потрачу, сломаю шкаф, все это снесу и построим уже свою мега ловушку. Короче, много раз нас убивали, мы за каким-то типом бегали, отвлекались, и много я не заснял, хотя здесь только начали строиться. На самом деле, на стандарте это очень сложно сделать. Мы сейчас, думаю, играем на Европе. 115 сервер вроде был, мобильный, и здесь вот как раз начали строиться. Фармим дерево. В чем заключается фишка, на самом деле, сейчас расскажу все об этом. Много всего интересного я узнал. Фишка в том, что шипы вас не убивают. Не ваши шипы, а именно шипы, которые поставил ваш напарник. И они вас не трогают, а самого напарника они убивают. Пришла мне эта идея после того, как я посмотрел ролик Тимки. Думаю, она вам тоже будет полезна, так что тоже можете посмотреть. Вот сейчас катаюсь на шипах, мне урон абсолютно не идет. А вот урон тому, кто поставил шипы, уходит. Если я поставлю шипы, то он может на них спокойно ползти, бегать, и ничего страшного не будет. Моя ловушка заключается в том, что люди, даже видя шипы, вряд ли они будут видеть, но все видя, что я нахожусь на фундаментах, смело пойдут меня бить и умрут. Так что все, кто прыгнут на фундаменты, будут умирать, и это огромный плюс, потому что бегая за мной, люди с оружием обязательно пойдут за мной, чтобы залутать мой труп. Видите, все умирают здесь. И вот, сам мой напарник тоже умер, ты мне тоже умер, потому что это шипы его, по нему урон идет. И самое главное, он обязательно должен быть в онлайн. Если он уйдет из игры, то шипы опять же начнут вас нокать. Так что это нужно запомнить, потому что очень много времени потратил я, чтобы понять, почему меня шипы убивают. Вот, давайте сейчас как-нибудь забайтим тиммейта зайти на фундаменты. Он боится, что он умрет, но раз он в нашей тиме, то шипы не должны его трогать. Все. Все, смело зашел. Радостно бегает у нас тот. Урон по нему абсолютно не идет. Сейчас потихоньку все это застроим. Одну часть застрою я, вторую часть застроит мой напарник, чтобы оба могли бегать по фундаментам, каким-то образом питаться, добить лут. На самом деле, думаю, лут мы добудем очень много, ничего не делаем. На самом деле, скажу, эта ловушка очень полезная, но при этом очень затратная, вначале особенно. Фармить дерево не очень-то просто для шипов, потому что 300 дерева на один шип, это довольно-таки много. Но, скажу вам, ловушка того стоит, это очень прикольная ловушка, потому что даже когда я ушел на несколько минут АФК, очень много трупов было, которые пытались меня убить. Итак, с какой-то челик пришел, видимо, шипы слишком сильно палятся. Да, походу, шипы слишком палятся, и никто не осмелится зайти сюда. Так, попробуем зарезать. Так, челик с СНГ, уходим. Сейчас, его-то мы должны забайтить, точно должны. Так, слышал шипы, убили кого-то. Да нет, да только не он. Так, челик, не мешай мне. Здесь мега фейл идет. Челик с СНГ, да, ребят, просто топчик. Это реально круто. К тому же он дерево принес, как раз мы доделаем нашу ловушку. Он хотел залутать мой труп и пошел на шипы. Просто изи СМГ. Это очень даже круто. Патроны есть, кстати. Теперь знаете, теперь я могу вот в этом углу стоять, убивать всех, кто подходит сюда. Даже если они будут с топ стволами,
пытаясь залутать мой СМГ, мою броню, они сами нападут, то есть попадут в мою ловушку на шипы и умрут. Так что это реально очень-очень круто. Так, здесь реально очень много шипов у нас валяется везде. Сейчас все их тоже нужно поставить по местам. Так, это тот челик, который умер дальше на шипах. Где-то рядом, походу, у него дом. Ну, пускай мы здесь с ним немного поиграемся. Прикол этой ловушки в том, что именно если кто-то будет вас поджидать на улице, вы можете спокойно, не боясь убить его. Если не убьете, он вас убьет, то вас не залутает никак. Просто никак. В этом и прикол, можно считать, ловушки. Это реально очень круто. Так, этот тип. Странный тип. Здесь очень много ловушек вокруг. Реально, ловушек 3-4 точно есть. И, честно сказать, мне кажется, это самая крутая из всех ловушек, которые здесь на данный момент построили. Потому что все приходят ко мне. Мы находимся на дороге. И все время мы находимся вот на шипах. Я нахожусь на шипах, байчу людей и их убиваю. Так что это реально очень круто. Так, это мои шипы, я их сломаю. А то я на них умираю. Сейчас еще будем шипы крафтить. Все это нужно достроить. Так, опять кто-то на улице бегает. Давайте возьмем СМГ. Мне кажется, это тот челик пришел опять с СМГшкой убить нас. Да, это он. Так, немного плохо стреляю. Так, куда он? А, нет. Уже не поймаю. Это, кстати, другая ловушка. Будем ждать. Не знаю. Идти за ним это очень-очень глупо, мне кажется. Здесь мне намного безопаснее. Так, это... Это хозяин ловушки. Так, давайте посмотрим. Почему-то он в никого не стреляет. Не знаю, давайте идем обратно на шипы, где безопасно. Скорее всего, тот, да, по-моему, тот упал в ловушку. Нет, это другой тип. А, понял. Опять читак вернулся. Да, ребят, кстати, читеры в игре все еще очень много. Вот. Взял и убил. Их реально в последнее время не было. Они опять сейчас же появились. К тому же этот читер довольно-таки неплохо донатит. У него неплохие скины. И реально обидно. Сейчас дома УЗИшкой, то есть СМГшку скину, чтобы не просрать. Надо было немного спрятать шипы. Практически многие сразу же видят конечно шипы, но которые не пытаются сразу залутать, видят шипы. Этих я уже много раз убивал. Уже не смеют подходить даже ко мне. Но все равно как-то слишком слабо построил, потому что некоторые сразу замечают. Ну вот ночью никто не замечает, это хорошо. Давайте сейчас возьмем СМГ, убьем этих, а то они убегают. Может хоть что-то будет интересное. Так, ну так по мелочам, тоже неплохо. Короче, решили немного расширить на один фундамент шипов, чтобы было, ну, больше пространства для нас, чтобы мы могли больше здесь бегать, точнее я мог больше бегать, чтобы врагам было еще сложнее залутать. Так что вот так у нас будет еще один ряд
фундаментов у нас будут шипы. Конечно, долго, очень долго крафтится, и ресурсов для этого нужно очень много, но попробуем медленно, но все это застроить. Ну вот такая вот у нас получилась ловушка. К сожалению, сюда особо людей не пришли, но из которых прошли, мне неплохо так его лута выбили. В первые же полчаса мы все это построили, выбили СМГ, и это было довольно-таки неплохо. И ресурсы к нам очень часто приходят, на самом деле несколько тысяч серы пришло, камней, там металла, очень много ресурсов по-малому, но все эти ресурсы к нам пришли. Поэтому ловушка себя очень сильно оправдала, поэтому думаю, эту ловушку стоит взять себе на заметку, пока разраб это не пофиксили, ну если вообще это пофиксят. Ну ловушка была реально очень крутая, надеюсь, вам она тоже понравилась. И это реально надо попробовать, потому что это очень весело, потому что у вас шипы не бывает, а других бывает. Буду надеяться, что ролик вам понравился. Всем огромное спасибо, что досмотрели, и всем пока.